Палец прошивает. Килогерц, частота. Потому что тут много намотано, тут получается трансформация очень большая, тонким проводом намотано, поэтому такое высокое напряжение. Ну и также много потребляет. Датчик на транзисторе 25200. Камера имеет фокусировку.
после заземления. Вот поле ловит сырок. И от синусоиды пуш-пула резонанс сырок. И от катчера резонанс трансформатора Тесла. Получается вот такая осциллограмма. Когда щуп возле, ну, вот тут он. Вот тут металл, он, да. Там здесь проверять. Вот он идет по этому проводу, вот на минус. Идет вот на минус, идет. И транзистор вот через прокладку. И этот металл тоже на минус идет. И вот минус идет отсюда. И на радиатор, тоже радиатор за минус сорян. И пуш-пула тоже вот этот через прокладку транзистор его вот. Вот этот радиатор тоже заминусован, заземлен, а то он не заземлен. Поэтому он пушку очень стойко работает, и никаких вот скреплений нет, наводок, потому что все по сути заэкранировано. Смотрел, насколько быстро камера выстрелила. Сколько она быстро снимает. Напряжение 26 вольт от потребления. Индуктор двигает, ничего не происходит. То есть штука через что минут. Ничего не влияет. Я его выключил.
после чего потребление только растет, но нагрузка никак не влияет. А вот я понял, почему полевые транзисторы не так греются, чем биполярные. Но сперва казалось, потому что биполярные, они как-то медленнее работают у них. Может, и потому, что, и поэтому, что они медленнее работают. Там фронты не такие крутые, и он открывается больше, и большую часть открыть, чем закрыть, потому что не успевает нормально закрыть. Ему нужен отрицательный сигнал, чтобы быстрее закрыться. Но, наверное, скорее эта причина не в этом, а то, что биполярные транзисторы у него очень неэффективны на низком напряжении. У них падение напряжения там где-то 1 вольт идет. И поэтому, хоть он будет в статическом режиме идти, у него пойдет 1 вольт потери на 1 вольт потерпеть. Например, если напряжение будет, то есть ток будет 3 ампера, то 3 ампера умножить на 1 вольт получится 3 ватта потерян. Если там не 1 вольт, а 2 вольта, то 6 ваттов пойдет на нагрев. У полевых транзисторов такой проблемы нет. Там нет падения напряжения, там сопротивление. Поэтому они не так греются. Плюс еще переключается на кнопку, чтобы быстрее. Ставить себе биполярный транзистор нужно последовательно с резистором ставить, например, если полевой ставить. Если, например, полевого транзистора сопротивление 0,1 Ом, то нужно еще поставить резистор последовательно с плюсом или с коллектором, например, 0,2 Ом или 0,5 Ом, чтобы если он идет в постоянно открытое состояние, чтобы он не сгорел. Тогда начнет на резисторе тепло выделяться, и он не сгорит. Ну и тогда блок питания в защиту может пойдет. Либо резистор сгорит, либо резистор начнет очень сильно греться и дымить. Резистор спалить, чем транзистор. Все равно качер немного потребляет, поэтому там резистор немного там не будет ват выделяться. Даже такой 1 ват выделяться. Тепло. Вот так. Которые делали эту установку, они все делали на биполярных транзисторах, поэтому как бы меньше всего вносить. Ну, качер, который делали, например, Руслан Колобухов на таком транзисторе делал, поэтому чтобы не спалить, то есть чтобы как можно меньше было вносить носение своего с чего-то, поэтому я использую такой транзистор, чтобы больше было приближено. Поэтому использую такой биполярный, как у них. Так я бы полевые бы использовал, если
только знал, что это можно, что они точно у них работают на поливах. А потом буду полевые использовать. А вдруг это запрячет транзистор не тот. Ну правда тут еще не факт, что это транзистор не подделка. Я его на Алиэкспресс покупал, поэтому там часто подделки всякие продают. Это может быть подделка. Вот этот вот радиатор холодный. Тут тоже холодный. Один человек, который получил мозопит, как он мне говорил, он говорил, что не надо заземлять ни нижний конец гранаты, ни, то есть шестифиляр не надо заземлять, и индуктор не надо заземлять. Говорил, пробовал заземлять, с заземлением хуже. Что вот я отцепил заземление. Раньше шло на этот конец, но он никак не влияет ни на нагрузку, ни на что. Вот, все. Хочу, не включен. Вот. Ну, а искорки идут, но на лампу никакого особого влияния нет. Тут 116 ватт и 53 ватт. Нагрузка такая большая, поэтому... Поэтому там особо качество ничего не будет. Тем более, тут на индуктор, на один из концов. Тоже искры, тоже ничего. Передвигая частоту можно менять. Тоже ничего не влияет. Это так очень горячий. Ну, компрессатор такой. Он немножко теплый. Потому что эти газы при резонансе он не успевает сильно нагреться. Индуктор тоже не будет сильно греться, так как большая нагрузка на газит этот резонанс. В индукторе вот этот.
так, если не одну лампочку отключить, он будет более сильно греться. Но тоже такой же очень горячий не будет становиться. Вот можно хоть ферит взывать. Вот частота опустится, если с полным ферритом, где-то до 200 кГц. До 746. Это 746, это 47. И когда вот этот индуктор в этом месте, если его тут подвинуть, уже 719. Тут настраивать, не знаю, пробовал другие катушки, но вот это стоит. Землю пробовал, начался включить под 5 метров, пробовал вот эту 5 метров тоже подключать. Но на определенной земле, длины земли с некоторыми катушками качер вообще почти перестает работать. Вот на этой катушке пробовал. На этой пробовал. Вот такая большая. Разные индукторы для качера. Вот на этом пробовал. И на других вот это кажется тоже, но это я так говорю о тех, которые не так давно пробовал, раньше так я все катушки перепробовал, как и тоже пробовал, много с ней экспериментировал, на них где-то 1,7 МГц частота. Ну ты же, кажется, давновато пробовал. На этой пробовал и так давно. Индуктивность шестифилярной катушки, кажется, где-то 140 или 130 микрогенри.
где-то примерно столько, 42 может быть.